Одним из важнейших приемов при возделывании многолетних трав в первый год их жизни является осветляющее подкашивание. Какую технику для этого использовать, расскажут специалисты компании Kvernoland. Добрый день, меня зовут Жуков Владимир, компания Kvernoland. Представляю вашему вниманию мульчировщик модели FXF. Данная машина предназначена для измельчения пожизненных остатков, измельчения сидератов и борьбы с сорной растительностью. Характеристики машины следующие. Ширина захвата 6,4 метра, высота кошения от 3 до 30 сантиметров, рабочая скорость до 15 км в час. Необходимая мощность трактора для данной модели от 170 до 260 лошадиных сил. В данном случае машину используем для осветления кормовых культур первого года пользования. А теперь рассмотрим рабочие органы данной машины. Основными рабочими органами машины является горизонтальный вал диаметром 245 мм с 80 ножами из высоколегированной закаленной стали. Скорость вращения вала 2025 оборотов в минуту. Скорость ножа 57 метров в секунду. Высокая скорость вращения ножей позволяет идеально измельчать растительные остатки.